Ой, у нас сегодня хорошее настроение, потому что сегодня 12 апреля, и мы все празднуем День космонавта. Элиза, не космонавта, а космонавтики. Да, да, космонавтики. И мы всех вас поздравляем. Именно сегодня Юрий Гагарин первый раз побывал в космосе. 1961 году и остался там 1 час и 40 минут. Космос — это большое пространство, жуткое и холодное, которое не обещает человеку ничего, который покинул Землю. Мы хотим исследовать космос и узнать, что там за облаками. Там есть много интересного. Бесконечные звезды, которые находятся далеко от нас и светят ярко ночью, делают космос еще интереснее и загадочнее. Самая большая звезда в мире – это Солнце. Оно находится в центре, и вокруг него вращаются все планеты. Человеку известно 8 планет. Одна из них Меркурий. Она самая ближайшая планета к Солнцу. Следом идет самая красивая планета Венера. Еще ее называют сестрой Земли. Третья планета наша с собой Земля. Она единственная, на которой есть жизнь, потому что есть кислород, которым мы с тобой дышим. За облаками мы еще видим Луну. Она является спутником Земли и вращается вокруг него. Четвертая планета – это Марс. По-другому называют «красная планета». Сейчас его изучают все астрономы мира. Самая большая планета – Юпитер. Если нашу планету представлять помидор-череп, Юпитер будет гигантским арбузом. Еще Юпитер в 2 раза больше других планет вместе взятых. Следующая планета – Сатурн. Оно с кольцами. А еще Сатурн похож на летающую тарелку инопланетяна. То есть, да, это... 7-я планета – это Уран. По-другому ее называют планета воды, потому что там очень много воды. Последняя планета – это Нептун. Планета ураганов. Там очень холодно. Мы желаем всем космонавтам здоровья, терпения, хороших полетов в космос и обратно. И много-много открытий в межгалактическом пространстве. Пока-пока! До новых встреч!